странная фирма Парус. Парус, вот мне прислали приглашение на Headhunter. Водитель экспедитор категории CE Кингисепп. В Кингисеппе там новый филиал какой-то у них. Значит, начинаю с ними общаться в чате. Вот, чат. Так, что мне написали? Вот, приглашаю Александр, тан-дан-дан. Ваше, ну, как обычно, стандартный ответ. Ваше резюме показалось нам очень интересным. Ладно, дальше. Перезвоните, пожалуйста. Так, по какому телефону надо было перезвонить? Здесь в скобочках один человек, здесь Ирина. Кому звонить, непонятно. Ладно. Значит, я дальше спрашиваю в чатике. Так, нет опыта на бочке. Вот, значит, обучают. Готовы рассмотреть. Обучение. Долго идет, спрашиваю. И, в общем, этот человек, Юлия Алешина, из чата пропала. И больше не отвечает. Странная фирма. И я посмотрел, у них по всем городам раскиданы, по всем городам разбросаны объявления. По всей стране собирают водителей в этот Кингисепп. Вот именно в Кингисепп. А, да. Ну, АДР возить. Там то ли. Вот я хотел уточнить, что возить-то. Но звонить не знаю. По этим телефонам сейчас денег нет на телефоне. Жалко просто сейчас как бы это тратить. Обычно звонит этот самый рекрутер, если нужно. Или хотя бы в чате участвует. А эти вообще что-то... Алешина Юрия. Юлия сбежала куда-то из чата. Ну ладно, хрен с ними.